Югорские хоккеисты продолжают домашнюю серию игр. На этот раз соперником команды Вадима Епанчинцева станет «Молот». Команды в этом сезоне уже встречались. И там «Молот» на своем льду нанес «Югре» сухое поражение 2-0. Сегодня югорчане будут брать реванш. Эту игру смотрите в прямом эфире нашего телеканала. Начало в 17 часов по югорскому времени.